Наверное, запишу эту кратку для Ютуба. В общем, всем здорово. С вами Сашка Проф. И моя первая каточка после бана. После бана, как вы знаете, дается дезертир, поэтому я буду играть на тенечке, на лоу-рейтингах. И меня закинуло к... Типа фулочки к четверым челикам. Причем три из них красные. Ебануться челы играют. Связь, говорит, есть. Привет, ребята. Так это даже не лейтенанты, это сержанты. И у челов, просто вы посмотрите на эту проточку, у него фул пятая амазонка на сержантах, блять. Еще и с банкой, нахуй. Причем билд у него хороший, у него мида стоит с апчиком. Типа рейндж атаки, касание с апами, станчик, блять. Дракон, 5%, у него все в идеале. Просто идеальный шаблонный билд на амазонку. Мейзен, в принципе, странный какой-то, но окей. А, ну и гора со старой ультой в реген хп. Чисто пацик на горе. Так, надо найти, короче, их лес, а их лес на миду. Все, сейчас тогда будем его ломать тупо лицо. Мейзен у нас стоит АФК, видимо... Заработался молодой. Они вард поставили или не? Она меня начала бить раньше, чем я ее начал бить. Ебать, потные сержанты. Хома, Хомыч, не уебывайся, братан. Агиль просто на ровном месте отдалась. Типа, это нормальная ситуация на сержах, наверное. Кто там на боте? Ведьмак? Пойдем, наверное, к ведьмаку. О, у меня вроде как силовая тенька. Я даже не помню, когда я ее собирал. Это было крайне давно. Сейчас будем ведьмака дрющить, короче. Пока что я в разум. Без пассивы. Ебать они додики, конечно, на сержантах. Чел просто взял и умер. Не ожидал, что ли, банки от меня. Все, ушли мы в силу, пойдем гангать мидера. Вообще, на этом рейтинге это самое охуенное, это вот на теньке играть, когда ты просто... Тебе не надо ничего делать. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Полегче. Бард не воспользовался сильно тем, что я сделал. Ебать, братан, отпусти. Нет, пизда мне. Он на стремительности, он меня видел, еще и сетка у него есть. Жесть. Привет, ребята, из чатика. Да, я просто пытаюсь писать видосик для Ютуба, поэтому... Не серчайте, если я кого-то проигнорил. Все во благо... Ютуб канала. Просто я вчера пересматривал каточки на своем канале и понял, что когда ты смотришь запись на Ютубе, то тебе не сильно интересно, если стримлер обсуждает происходящее в чатике Твича в этот момент. Поэтому я буду максимально абстрагироваться от чатика Твича, когда пишу видосы для Ютуба. Уж не сочтите за, так сказать... За что-то плохое. Он ли рабочий процесс? Так, давайте начнем с Мейзеном ходить, а то я что-то бегаю бестолково. Брат, я бегу. Там уже опять ведьмак гору душит, но к ведьмаку мы пока не собираемся, а вот к амазоночке можем. Братан. Ебать они глазастые, сука, сержанты. Она еще и критует по мне. Братан, а чем мы стоим? Так, ладно, Мейзен отдыхает. Возьмем покров. Просто у них есть такой герой, как демонолог, и он в любой момент, если появляется здесь, то мы, ну, то я умираю. В этом немножко... Проблемка небольшая присутствует.
Ну, это не Йена, блин. Нормально. Лутанули мы килл, можно поставить молодым людям варды. Кстати, это чей вард? Амазонка сама себе, вдумайтесь, на сержантах поставила варды. Что за невероятное событие. Тут есть кто-нибудь, нет? Ладно, сейчас мидеру завардим карту, чтобы его не выебали. Он, наверное, в шоке будет, что ему тень на сержантах ставит варды. Агель такая беспалевная, это просто жесть. Разыграла театр тут, а тут вардик стоит. И в этот момент нашего мидера с бота загангали. Вернее, снизу. Сейчас, короче, пойдем тогда завардим там для начала, а потом уже будем что-то с медом делать. Гора продолжает тут меситься. Может, ведьмака пойти ёбнуть? С Агилью я пока ничего не могу сделать. Обожаю вот гор, которых закрывают, блядь, реген хп на горе. Чем они думают, когда это делают? Мне просто интересно. Ведьмак, братан, ты не хочешь уйти? Я еще кританул на 120 с шансом крита 2%. Ну окей, давайте тогда хук выучим, пойдем похилимся в магазин и заодно вардик затарим для меда. Вот так, можно даже ритуалочку взять, не знаю, поможет нам это, нет. Ладно, куплю глаз. Хома решил на топ зайти. У Агели же... Давай, братан, твоя. И вардик надо перебить срочно. Где там он был? А он что, состарился и умер, что ли? Ладно, там Мейзин идет сюда, надо сейчас Мейзина спалить. А, наш, как обычно, АФК стоит, окей. Демоновый кванвизи. Забавно, конечно. Шо? Что? Ебать, у него еще один вард был с собой. Отошел, сука. У него еще один вард был. Пизда рулю. Ебать, хитрый жук. Валера, ты что такой, сука? Меня на сержантах переигрывают. Ебаный врит. Пиздец, да? Сержа играет. Сейчас будем ревардить всю эту дичь, которую он там наставил. Ой-ой. Бля, он был слишком далеко, и там еще амазонка была. Что такое? Короче, давайте ревардить это дерьмо. Куда он там поставил? Сюда? Братик, не надо. Оу. Ну, а дальше, братан? Он боится его. Сука, Агель не вовремя начала отходить. Все, брат, там трое, валим. У нас Мейзин у них в спине. Может, закроем их?
Оп. Ой-ой-ой, гора ультит, ебать. Я уже 30 лет не видел старые ульты горы. Кто там еще? Стой, сука. Братан, что ты делаешь? Она же тебя с разворота сейчас ебнет. Демон куда-то убежал, мы не стали за ним бегать. Так, что надо? Что профессиональные теньки учат? А, покровы, наверное. Бонус нам ни хера не дает, поэтому не будем тратить на него фарм. Оп. А, извиняюсь. У меня справка есть, не надо меня хейтить, я не попадаю. Так, давай, братан, поехали, работаем. Ой-ой-ой, в тенечку ульту, ебать он извращенец. Он еще два крита по мне вонзил. С 10%, два подряд. Это жестко. Ну что ж, наша тень как бы это саппорт со стажем, поэтому мы знаем, что для лайнеров самое важное это варды. Хотя, когда у меня на тени фарма столько же, сколько и на нашем мидере, закрадывается такое ощущение странное. Ну ладно, не об этом. Статы возьмем. Ой, а кто это у нас тут тпширивается? Хоба. Ебать, там Мезин просто охуевший какой-то. На меня, братик, на меня. Поставим тут Vision. Не знаю, берут ли тени карателя, но поскольку у меня просто альтернативы небольшие, типа взять... А, блять, я должен был апульты взять, что я затупил, сори. Если мне не изменяет память, Агель поставила вард в замесе вот здесь. Или не Агель, комбат. Еще мы все это дело быренько ликвидируем. Братан, там никого пока нету. Пошли туда. О, погнали. Работаем. Бля, как же они палят друг друга на сержантах? Они видят лучше, чем подполы или 2К игроки. Что тут, что тут? Мне кажется, они сейчас с мида придут сюда, братик. Аккуратно. Нет, не придут. Они решили до линии постоять. Я думаю, это дерьмо нет смысла добивать. Пойдем. Братан, вот он. Вот он. Хорош. Демонолог еще идет, брат. Демонолог передумал идти. Я не успеваю за этим, блядь, шустрым молодым человеком. Ну-ка. Ой. Туда его. Ритуалочку. Сука, нет. Жаль. Давайте пропушим, парни. Пушим, пока мы здесь. Пока мы вместе, мы сильные. Давайте. Мы сможем. Я, наверное, возьму роты. Баф по-прежнему нихера нам не дает. Все, нормально. Ой, парни, ТП идет. Тащу бомжа, блядь. Нормально притпшился, братан. Пушим дальше. Я думаю, мы сможем эти два пропушить. Может, не за один заход, но сможем. Же сильные. Ебать, у меня талант на 6 заточен. Отошел. А почему я его не оттолкнул, ебать? О, братик, ну тут ты приехал. Гора, тебе норм танковать это дерьмо? Мидера душат, суки. Задушили мидера. Ну да, на миду пойти разобраться.
как раз есть каратель, есть вся эта дичь. И, скорее всего, демонолог пойдет сейчас в Нижний лес. С вероятностью процентов 90. Неужели вверх не пошел? Так, окей, он пошел верхний. Почему меня били крипы только что в инвизе? О, да ладно, блядь, как я мог промазать? Жесть. Ладно, моя команда разменивает меня, и это размен 1 в 4 или 1 в 3. Нормально. Наша амазонка с идеальным билдом просто разъебала всех. У нее счет 9-1. Она тащит всех нас на горбине. Оп, замес. Очередной килл для нашей амазонки. Красава, братан. Вот с кого надо играть. Этот парень шарит, что делать в игре. Кстати, вот чем мне нравится Тенька, я на Тене не часто играю, но у нее когда ульты всего лишь 45 секунд. На ней можно просто промахиваться миллион раз, и все равно как бы у тебя будет возможность ультануть в ближайшем будущем после промаха. Мне показалось? А, ну да, она 27-го красная, а он 15-го фиолетовый. Братцы, мы можем забирать дракона? Блядь, я опять промахнулся. Мы можем на самом деле забрать сейчас дракона и это... И особо не париться. Не знаю, зачем мы участвуем в этом замесе на миду. Ладно, пора взять баф. Он дает 8. А, нет, 6. Там снова замес. Только стоило мне отойти, сразу замес. Кажется, я зря это сделал. Ой-ой-ой, разворотик какой, братан. Ебем их. Этого скриточка уработали. Работаем, брат. Ебем их. Хорош, родной. Правда, умирать не обязательно было. Но, в принципе, это хороший замес был. Наверное. Ну, для меня так точно. 2900 фарманул я в этом замесе. Упс. Брат, ты в курсе, что ты не танкуешь, что я тебе дамажу? Хотя нет, танкует. Под 9 стаками танкует. Как правильно, танкует или танчит? Напишите в комменты мне, плиз. ВДВ, братан, а мы его сможем вообще убить, нет? Ты вроде как на родной земле много по нему дамажишь. Нет, судя по всему... Ебать! Больная собака, ультующая в тень. От пути! Не, я пошел, братан. Я не вывезу. Тут еще Агель пытается меня в инвизе задуть. Даже он, даже глаз активировали, блядь. О, братан, на амазонке, давай, работаем. Могу тебе инвизик дать. Сейчас он у нее крутиться будет, и я его понял, не будет. Надо гору спасать. Там что-то демонолог жалуется. Ой-ой-ой, гора, мне кажется, ты мог в них просто влететь, и ты бы их разъебал. Ну давай, рядом, мы уже рядом.
Работаем, братик, по ним. Вот так вот просто и вот так вот. И, а руты, рут... Почему руты уходят в КД? А, блять, я забыл, что они тоже фиолетового цвета, как и банка, которую я кинул до... Сука. Как и банка, которую я кинул до них. Перелил, получается, фарма в кого я там перелил. Фиолетовую амазонку. Конечно, вряд ли это поможет. О, ну-ка, кто это? Это демонолог. Нет, не угадал. Братан, добей его прям под ультой, тебе похуй. Ты уже, ты 30 уровня, красная амазонка. Сколько у тебя там? Чё, 89 пробива? А, чел на амазоночке поставил себе стаки, но зачем их учить? На 30-м-то уровне, правильно? Предложу молодым забрать дракона. Не знаю, согласятся они или нет. На крайняк я как саппорт готов торгануть лицом и протанковать ради своих керри. Но нет, у нас Мейзен танкует. У меня, кстати, ник легенда ВДВ. У Мейзена, блять, у ВДВ. Минус 30 стойкости с веера. Не достал. Сколько я там бафаю веером? 37 силы, ебать. То есть это Мейзен, когда прокаст под моим веером дает? Нормально его впитали. Гора пришла. Ой-ой-ой. Влет от горы, но... Но нет. Все бесполезно. Короче, время заканчивать эту игру. Давай, братан. Просто заходи по двойные, будем их нести нахуй. Родной, ну ты... Чего ты боишься на 25-й горе? Ну почему? Почему ты не танкуешь? Танкуй, гора, блядь. Эту гору надо поддерживать морально, чтобы она начала танковать. Нормально. Нормально. Давайте посмотрим урон нашей амазонки. Она сыграла 20 к 2. Бля, давно не играл на тени. Реально. Вот тень мне нравится. Тень — это максимально человый герой, на котором ты просто бегаешь и типа... Побеждаешь. Изи. Ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам эта каточка хотя бы немножечко понравилась, как я промахивался веерами, как я фидил. Вот. Поэтому, если вам эта каточка понравилась, ставьте лукойлы или дизлайки, в зависимости от того, есть ли недочеты. Ну и пишите в комменты, что вам не понравилось, или наоборот, поддерживайте. Всем спасибо, всем пока.